Первая задача – это обеспечить безопасность жителей ДНР и ЛНР, граждан, чтобы перестали гибнуть дети, чтобы жертв больше не было. И вторая часть связана с тем, чтобы, в принципе, исключить какие-либо возможности войны в Европе. Для этого мы считаем крайне важным обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины. И то, и другое крайне важно. Что касается демилитаризации, то сейчас именно эта операция происходит. Речь идет о ликвидации той военной инфраструктуры, которая фактически в последние годы стала приложением к НАТО. А НАТО – блок агрессивный, который не скрывает своих целей. Поэтому превращение вооруженных сил Украины в приложение к НАТО является угрозой. И операция, которая осуществляется сейчас, связана с тем, чтобы эту угрозу ликвидировать и тем самым обеспечить долгосрочный мир на территории Восточной Европы, а значит и всей Европы.